Как найти или выбрать электрика, который выполнит электромонтажные работы качественно и главное в оговоренные сроки? Всем привет! Вы на канале технических решений Наргомаг. Меня зовут Александр. Это видео будет интересно и полезно для любого человека, который планирует сделать ремонт в квартире и для электромонтажника, который выполняет такие работы, чтобы знать, чего ожидают от вас заказчики. Поэтому я рекомендую вам просмотреть сегодняшнее наше видео от начала до последней минуты, чтобы не пропустить все важные моменты. Итак, какие критерии оценки действительно хорошего мастера своего дела, профессионального электромонтажника? На что нужно обращать внимание при выборе исполнителя, чтобы ремонт в вашей квартире или доме не превратился в долгострой, а электропроводка работала надежно многие годы? Если собрать шкаф или покрасить стены можно самостоятельно, то справиться с электромонтажными работами по силам только профессиональному электрику. Если вам необходимо выполнить электромонтажные работы, то лучше обратиться к специалисту. Это гарантия безопасности и качества выполненных работ. Другой вопрос, как найти хорошего электрика, который бы знал свое дело, работал оперативно и профессионально. В этом видео я помогу вам разобраться в основных вопросах выбора специалиста электрика и дам 5 основных советов или критериев, как распознать настоящего профессионала. И совет или вопрос номер один – основные типы электриков. Когда необходимо провести электромонтажные работы, выполняемые при ремонте квартиры или дома, почти первым всплывает вопрос о том, кому лучше обратиться. Для того, чтобы сделать правильный выбор, давайте разберемся, какой тип электрика нам нужен. Условно всех специалистов электриков можно разделить на несколько типов. Первый тип – это электрик из обслуживающих организаций, например, из ЖЭКа или управляющей компании. Большинство таких электриков не заинтересованы, чтобы сделать все работы оперативно и качественно, ведь оплату за услуги получают управляющие организации. Таким специалистам можно доверять монтаж выключателя или люстры, но на более ответственные и масштабные работы их приглашать не стоит. Второй тип – это так называемые шабашники, которых в любом городе достаточно много. Это, как правило, люди со специальным образованием и приличным опытом работы в строительных компаниях, хотя встречаются и менее профессиональные электрики. Проверить их репутацию сложно, доверять нужно или своей интуиции, или отзывам знакомых. Цены, как правило, у них невысокие, но и скорость работы часто оставляет желать лучшего. В целом, такие специалисты могут качественно выполнить работы, но есть серьезный недостаток. Они редко дают гарантию на свою работу. Поэтому в случае чего найти их и заставить исправить неполадку в электропроводке будет сложно. Третий тип – это строительные бригады, состоящие из людей, которые выполняют работы в совершенно разных сферах. Очень трудно быть одинаково высококвалифицированным специалистом в установке сантехники и электромонтажных работах. Результат проведенного ремонта такой бригадой разносторонних специалистов сложно оценить. Хотя внешне все может выглядеть симпатично, могут быть не учтены такие тонкости, как правильность сделанных соединений и расчет нагрузки на кабельные линии. Четвертый тип электромонтажников специализированные компании. Это один из лучших вариантов. В них работают квалифицированные сотрудники, которые делают свою работу со знанием всех тонкостей и нюансов и имеют соответствующее образование. От работы таких электриков зависит репутация их компании и количество заказов, поэтому работают они хорошо, качественно и быстро. Совет номер два. Обращайте внимание на личный инструмент электрика. Хороший специалист всегда имеет свой профессиональный инструмент и ни в коем случае не будет просить необходимые для работы инструменты у заказчика. У электрика должно быть приличное количество различного рода приспособлений для электромонтажа, ведь для многих работ требуется специализированный инструмент. Если к вам пришел специалист, у которого в запасе кусачки, отвертка и изолента, вряд ли и можно говорить о высоком качестве выполнения работ и о дальнейшей безопасной электропроводке. Более того, хороший личный инструмент свидетельствует о том, что электрик ответственно подходит к своей работе и вкладывает деньги в приобретение качественного инструмента. Отношение к инструменту также показывает уровень и добросовестность специалиста. Совет номер три. Это важные признаки хорошего электрика. Даже первый разговор по телефону позволяет отличить профессионала своего дела от того, кто желает просто поскорее получить деньги. Профессионал прежде всего уточнит объемы предстоящих работ и обсудит пожелания заказчика, а уже потом сможет назвать примерную стоимость своих услуг, в отличие от тех, кто больше заинтересован в деньгах и не особо заинтересован в качестве услуг. И сразу же выставляет цену на свою работу, даже не обсудив детали и не побывав на объекте. Ответственный специалист поинтересуется количеством и мощностью электроприборов, наличием проекта и другими важными деталями. При первом знакомстве с фронтом работы электрик должен дать полное описание того, что он собирается делать в вашем квартире или доме. Если планируется прокладка к электропроводке, то специалист спросит о том, какая техника, в каком количестве и какой мощности будет установлена, чтобы он мог определить лучшие способы прокладки кабеля. На все вопросы заказчика электрик должен отвечать и предоставлять консультации. Все работы должны выполняться в соответствии с пожеланиями заказчика, если это не противоречит мерам безопасности, а не так, как будет удобнее электрику. Более того, специалист всегда объяснит, как в вашем конкретном случае лучше сделать определенные электромонтажные работы. О том, что специалист должен иметь соответствующее образование и знать, как правильно и безопасно выполнять все работы, даже говорить не будем. Это негласное требование к специалисту электромонтажнику. Так, настоящий специалист сразу предоставит вам документ, подтверждающий наличие образования и группы по электробезопасности. Кстати, не ниже Третье. Профессионал будет работать планомерно и оперативно, ведь в его интересах сделать все работы быстро и качественно, получив заслуженное вознаграждение за свою работу. Еще один признак того, что перед вами хороший специалист наличие спецодежды. Ответственная электрика отличает пунктуальность, порядочность и отсутствие вредных привычек. Даже то, как ведет себя электрик после выполнения работ, может сказать о многом. Хороший специалист убирает за собой рабочее место и, конечно же, уверенный в качестве своих работ специалист всегда предоставляет гарантию на свои работы. Совет номер четыре: стоимость услуг. С этим пунктом все не так однозначно. Можно было бы предположить, что высокая цена ⁇ это гарантия того, что все работы будут проведены квалифицированным специалистам на максимально высоком уровне. Но, к сожалению, реалии позволяют делать совсем другие выводы. Иногда далеко не самые профессиональные электрики выставляют за свои услуги цены гораздо выше среднего, в надежде, что как раз-таки на то, что заказчик будет считать это признаком высокого качества работ. С другой стороны, слишком низкая цена также вряд ли говорит о хорошем специалисте. Ведь хорошие специалисты знают себе цену, у них всегда есть заказы, и занижать стоимость своих услуг они никогда не будут. Поэтому лучшей стратегией станет поиск услуг в средней ценовой категории. Это шанс найти действительно хорошего профессионального электрика. Совет номер пять. Опыт работы. Когда речь идет о выполнении электромонтажных работ, профессиональный стаж электрика играет большую роль. Большинство заказчиков предпочитают иметь дело со специалистами, у которых за плечами 5-7 лет работы и более. Тем не менее, есть достаточно способные, аккуратные, ответственные, молодые специалисты, которые быстро растут в профессиональном плане. Иногда такие электрики выполняют работы даже лучше, чем их более опытные коллеги, которые не желают больше развиваться. Более пристального внимания заслуживает сфера работы электрика. Если специалист десятки лет работал на производственном предприятии или на стройке, то некоторые вопросы, связанные с электромонтажными работами в жилом доме или квартире, станут для него слишком сложными. Например, электрик, который прокладывал электропроводку в многоэтажном строящемся доме, хоть и будет работать оперативно, но может иметь трудности в самостоятельной разработке оптимальной схемы электропроводки, так как привык работать по готовому плану. Поэтому для некоторых специфических электромонтажных работ в офисе, квартире или на предприятии понадобятся различные специалисты с разным опытом работы. И в завершение, рекомендации друзей и знакомых также можно принимать во внимание, ведь по отзывам будет понятно, как электрик относился к своей работе и насколько оперативно и качественно решил поставленную задачу. Напоследок отмечу, что хорошего специалиста часто приходится подождать, ведь у него есть очередь заказов. Ну вот и вся, надеюсь, полезная информация по теме, как найти хорошего профессионального электрика. Если видео понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал и поделиться нашим видео среди своих знакомых, друзей и в социальных сетях. Оставайтесь подписчиком нашего канала, становитесь подписчиком нашего канала. На нашем канале будет не скучно, на нашем канале будет интересно. Будьте здоровы!